Nice. Thank you.
out, Josh. I want to coach him if he got sick. That's so cool. Well, you need to keep the ball down to the ground. Don't get too much in the middle. You can reach the ball down with your system. So the first few times, you don't have to be too hard. Yeah. Right? And then when he's a little bit out of the system, he only pushes backspin. He can really backspin. So you're thinking about pushing backspin. I've been hitting pretty well. Like my forehand is pretty good. Alright. So keep it up. Yeah, more corner. Whatever you want to do. Yeah, good push, Isabella. Блок подставляй. Просто протяни руку вперед. Делаешь все хорошо, кроме одного. Я? Да. Он выигрывал звонок, я его догнал. Я понимаю. Вот ты толкаешь. Ты первый толкнул, второй подставь. Ты видишь, что он блокирует, да? Конечно. Подставь, просто мяч остановился. Видишь, он падает уже на мяч. Так что ему, если ты толкаешь, он идет на мяч. Congratulations. Thank you. А когда ты подставишь, все, он не достает, будет типа вот этот мячу. Я буду стараться, но такой пейс. Он быстрый говорит. Да, но ты просто не толкай. Ты... Не толкай, да? Да, ты просто вот это делаешь, ты сам себя заставляешь. Ага, то есть просто что первый раз ты мог толкнуть, ага. А второй раз ты просто блок сделал. Ага. И все. Окей. А в какую сторону лучше калаш? Ну, конечно, вправо. Туда, где да. Как бы на подкрыле, да? Да, да. Да. Ага. Thank you.
Я время тяни ему. Потому что он нервует. Не надо, толкни просто мяч от себя. Толкни. Когда он подает, ползай мяч, не подвязай. Видишь, что получается? Видишь? Сейчас он ему будет говорить, чтобы он подходил к мячу. 2-4-8 уже были. Да. Просто я тебе говорю. Он сейчас будет ему говорить. Подходил. Вот видишь, он показывает, да? Чтобы он взял мяч, чтобы тебя подтянул. Угу. Ты... Хорошо, я стою хорошую дистанцию, я могу отнимать это. Понимаешь, не толкай, не подрезай при приемах. Толкай и отрезай. Зачем ты? Я не знаю. Просто толкни вперед и все. Нет. Ну, он просто его подстукал. Потом, да. Потом, когда он тебе первого, когда ты делаешь этот пир, не толкай. Делай наоборот. Лох. Первый раз. Когда он вернется. Да, да. Когда он тебе будет подстукал набрать. Просто подстав, не подгадь. И ты увидишь сейчас снова, что там игра поменяется, он снова не понятно, как сидит. Буду Хорошо. Не толкай, говорю тебе, не толкай мяч. Короткую вправо. Хорошо. Право короче, да. Любой спин нижний. Снизим. Все.